Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым випуску. Патрабаванне часу. На Гомельщині пашыраецца вытворчасць сродкаў індывідуальнай абароны. Дзякуй медыкам, БРСМ разам з Білпоштай ініцыировалі правядзенне спецыяльнай акцыі марафона. Навучанне персанала онлайн. Гомельэнерга выкарыстоўвае новыя формы работы. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. На Гомельщине поширается вытворчасць сродкаў индивидуальной обороны. Размова идет у приватности об дезинфицирующих ваткостях, масках и специальных комплектах для медработников. Наши корреспонденты сегодня наведали несколько предприемств. Гомельский ликерогорелочный завод «Радамир». У минулую субботу, 11 красавика, тут началась вытворчасть новой для предприемства продукции – дезинфицирующих сродков. Основную вытворчасть при этом не спыняли. Подрыхтовший процесс оказался непротяглым. Необходимое обсталевание разместили у помешкания, где ранее находился склад. Существующие складские помещения были оперативно перепрофилированы, и на данных площадях был налажен выпуск для средств. Какое-то оборудование было нами перепрофилировано, какие-то единицы были закуплены. Сегодня на протягу дня на заводе вырабляется 6 тонн дезинфицирующих сродков. Покуль яны разливаются у 5-литровые бутельки, але у ближайшие дни тут почнут выкарыстовывать еще и 900-граммовую тару. А проча спирту у ваткость додается глицерин для минимизации отмовного уплыву на скуру. И специальный компонент, який выключая уживание сродка, не по призначению. При этом на заводе вельми нравится набывать такие сродки только у аптеках, бо не выключены подробки, якія могут пронести здоровью значную шкоду. До речи, отпускная цена 5-литровой бутельки 37 рублев. Еще одно предприемство, где сегодня массово вырабляются сродки индивидуальной обороны – акционерное товариство «Коминтерн». Зараз тут полностью спынили пошив костюмов и перешли на вытворчасть марлевых масок и специальной вопротки для медработников. У комплекте комбинезон, бахилы, фартук и нарукавники. Предприемство працуют две змены, включающие субботу. Для повеличения объемов задейничали навод швейные машины из резервового фонда. Сегодня на предприятии задействовано для пошива масок и комплектов для медицинских работников свыше 700 человек. Ежедневный план у нас достаточно большой, но мы понимаем, работа нужна. Она сейчас важна не только для нас, она сегодня важна как для города, области, так и для нашей республики. Поэтому в сутки мы выполняем план, порядка 35 тысяч масок выпускается и 3000 комплектов для медицинских работников. Вытворчасць марлевых масок – процесс для профессионалов не складаны, але при таких объемах достаткова карпатливы. Причем некоторые операции на кшталт упаковки потребуют шмат часу. По этой причине на Коминтерне притягнули на допомогу волонтеров, у приватности навученцев Гомельского державного медицинского колледжа. Работу, без якой маски николи не трапят по жилцам, навученцы выконывают без зауваг. Мы, как будущие медицинские работники, понимаем данную сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и рады помочь производству средств индивидуальной защиты для медицинских работников, наших будущих коллег. Олег Сенцюров, Миколай Скинтиян, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Заставаться дома подчас церковных свята у период пандемии не грех. Белорусская православная церква на передадне Великого дня рекомендует хворым и ослабленным людям, а так само туристам и тем, кто собирается, например, только освятить яйки, устрыматься от наведывания храмов. Министерство аховы здоровья просит церкву по махчимости проводить усе набоженствы на улице. Дарэчы, представники Сусветной организации аховы здоровья, якія находились в Беларуси несколько дней, отзначили, что статистика по COVID-19 19 в Украине докладная и правдивая. На года миссия приезжала по запрошению Александра Лукашенко. Оценивались ситуация, меры профилактики, подходы до оказания меддопомоги. Сярод парад насельництву огучивался напомин про социальное дистанцирование. И тут важно усім нам робить то, что залежит от нас. Самое каштовное – здоровье кожного человека. Так, как обнизить распаусюдживание коронавирусной инфекции, сберегши своих верников от заражения, на официальном сайте Белорусской православной церкви опубликованы заворот синода до прихаджан. Дорогие айцы, браты и сестры, на нашу землю пришло выпробование коронавирусная инфекция. Обовязок церквы – молитва об людях. И в эти дни Белорусская православная церква горача молится об тем, как Господь отвел беду от народа Беларуси. Мы молимся об больш худким выздоровлении хворых на коронавирус, об супокоении померлых от этой хворобы, об даровании здоровья и сутяшения родным и близким усих, кто так ти инакш потерпел от инфекции. И про то, как небеспешная пошесть, як мага худшей,
спынілася. У звароце адзначаецца таксама, што людзям, якія дзеля клопату пра здароўе блізкіх пераходзяць на рэжым самаізаляцыі і ў сувязі з гэтым прыпыняюць свой удзел у грамадскіх набажэнствах на час эпідэміі, такія паводзіны не залічваюцца ў грэх. Тым часам Белтэлерадыёкампанія прапануе вернікам далучыцца да анлайн-трансляцыі богаслужэнняў, якія сёлета медыяхолдынг арганізуе ў поўным аб'ёме і ў прамым эфіры. Уключэнні будуць весціся ў тым ліку з Мінскага свята духава кафедральнага сабора. 16 красавіка пройдзе прамая трансляцыя чыну абмывання ног, 17 вячэрні з вынасам плашаніцы і ютрані з чынам пахавання плашаніцы. У суботу ў прамым эфіры трансляцыя з храма гроба Гаспотняга ў Єрусаліме. Увечары ў 23:45 тэлеканалы Беларусь 1 і Беларусь 24 пакажуць святочнае богаслужэнне з Мінскага свята духава кафедральнага сабора. Таксама можна паглядзець у святочную ноч велікоднае богаслужэнне з Жыровіцкага манастыра, якое будзе трансляваться каналам СТБ. Вядома, што цяперашні час стаў асабліва цяжкі менавіта для медыкаў. Персанал установ аховы здароўя як ніколі адчувае патрэбу ў дапамозе. Са зваротам да насельніцтва выступіў галоўны ўрач Гомельскага абласнога клінічнага шпіталя інвалідаў айчыннай вайны. Зараз у гэтай установе назіраюцца кантакты першага ўзроўню. Я призываю вас благоразумію к тому, што нужно соблюдать меры повышенной безопасности и ограничения. На сегодняшний день ношение масок – это обязательно. Сейчас нужно беречь себя и поберегите нас, медиков. Працаўнікі медицины нагадывают, выконываючи правила безопасности, вы оказываете им неоценную допомогу. Дзякуй медыкам. Менавіта так называецца акцыя-марафон, арганізаваная Беларускім рэспубліканскім саюзам моладзі і Белпоштай. Каб выказаць падзяку медыцынскім працаўнікам, прапануецца бясплатна прыслаць паштоўку той ці іншай установе аховы здароўя. Творчы падыход да ўдзелу ў марафоне не будзе лішнім, таму дазваляецца рабіць адкрыткі сваімі рукамі. У Гомеле акция стартовала у поштовом отделении номер 48. Абсолютно каждый желающий может присоединиться к акции. Изготовить открытку самостоятельно. Макеты можно найти на сайте БРСМБА, а также в наших социальных сетях. Хендмейд также. И абсолютно бесплатно. Не требуется наличие марки. Предприятие Белпочта направит открытку до адресата. Но при трех основных условиях. Первое – это хэштег «Спасибо медикам». Второе – наличие точного адреса и наличие индекса. Акция протягнется до 30 красавіка. Паудзельнічаць у ёй могуць усе райцэнтры в области. Падзяка за падтрымку напрыканцы сакавіка, калі сітуацыя з распаўсюджваннем коронавірусной інфекцыі ў Італіі стала надзвычай трагічнай, гамельчане выказалі словы падтрымкі рэгіёнам гэтай краіны, з якой наша вобласць мае доўгія трывалыя сацыяльныя і эканамічныя ўзаемаадносіны. Аб гэтым нашым корэспандэнты знялі сюжэт. У ім журналісты нагадалі аб удзячнасці, якую адчуваюць беларусы да італьянцаў. Нагадаем, пасля чарнобыльскай катастрофы тысячы дзяцей з пацярпелых рэгіёнаў адпачывалі ў гэтай краіне, а дабрачынныя фонды Італіі, нягледзячы на складаны час, працягваюць дапамагаць Беларусі і зараз. Фінансуюцца медыцынскія праекты. У сакавіку было пералічана каля 3000 еўра кармянскаму раёну на правядзенне скрынінгу жаночых анкалагічных захворванняў. На днях Добрушскі раён атрымаў 1000 еўра на пакупку медыцынскіх сродкаў аховы і антысептыкаў. Плануецца, што на гэтыя мэты і далей будуць пералічвацца сродкі. І вось зараз у пасольства Беларусі ў Італіі прыйшоў ліст ад прэзідэнта вобласці Ламбардыя Атылія Фантаны. У ім выказваецца ўдзячнасць старшыні аблвыканкама Геннадзю Салаўю і жыхарам Гомельшчыны за падтрымку. Да паслання далучыліся і кіраўнікі шэрагу іншых італьянскіх абласцей. Ламбардыя, нагадаем, адна з першых тэрыторый, дзе падзеі, звязаныя з каранавіруснай інфекцыяй, развіваліся драматычным чынам. У лісце адзначаецца, што на працягу апошніх тыдняў, калі хуткае распаўсюджванне COVID-19 вылілася ў цяжкія наступствы для вобласці, працягваецца бесперапынная агульная работа з мэтай аказання дапамогі ахвярам віруса, а таксама падтрымкі прадпрыемстваў і сем'яў. Атылія Фантана таксама азначае, што для Ламбардыі застанецца жывой памяць аб усіх, хто мужна змагаўся, каб адолець вірус і ўмацаваць давер паміж людзьмі. У вельмі многіх выпадках гаворка ідзе аб грамадзянах, якія зрабілі ўклад як у гісторыю Ламбардыі, так і ва ўмацаванне прэстыжу рэгіёна і ўсёй Італіі на сусветнай арэне. У сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй прадпрыемства «Гомельэнерга» ўкараніла сістэму відэаканферэнцы-сувязі для навучання персаналу. Першымі апрабавалі новы рэжым апаратчыкі хімаводаачысткі электрастанцыі. Больш падрабязна ў наступным матэрыяле.
Ноутбук або камера на персональному комп'ютері і інтернет. Гэта ўсё, што неабходна для падлучэння да новай сістэмы відэаканферэнц-сувязі. У навучальным цэнтры прадпрыемства «Гомельэнерга» навучанне набыло новы рэжым. Сістэму запусцілі 31 сакавіка. Першымі, хто яе прайшоў, сталі апаратчыкі хімводаачысткі электрастанцый. Да такога фармату трэба прывыкнуць, але ён дазваляе прыцягнуць да навучання слухачоў і пазаштатных выкладчыкаў, якія знаходзяцца на аддалённых аб'ектах прадпрыемства. За адну лекцыю да платформы может долучиться от 2 до 50 человек. Плюсы обучения в том, что нет необходимости нам куда-то выезжать, где-то собираться в одном месте в условиях такой обстановки. Значит, наша программа позволяет, в принципе, то, что мы используем, демонстрировать. И, как видно на презентациях вот здесь, и фильмы какие-то, и фото-видеоматериалы другие, ну, при необходимости, конечно. Так, ну да, это что-то новое, к этому, наверное, надо вот немножко как-то привыкнуть. Ну, а в общем-то это удобно. Вот напрямую преподаватель, я могу задать вопрос, который меня интересует. Я и любая точка подключения, которая у нас сейчас в эфире. Не обыходзяць бокамі практычныя заданні. Работнікі, якія праходзяць навучанне, атрымліваюць іх ад лектараў, а затым ужо выкананыя адпраўляюць па электроннай пошце. Куратары груп выстаўляюць адзнаку. Калі ў слухачоў узнікаюць пытанні, то яны ў любы момант могуць задаць іх майстру вытворчага навучання. Нарады і навучанне ў фармаце онлайн даюць дадатковую магчымасць для абмену інфармацыяй. Она позволяет избежать личного контакта персонала, минимизировать эти контакты. Соответственно, данная платформа позволяет проводить не только дистанционные семинары и совещания, ну и проводить обучение. Поэтому в этих условиях она оказалась чрезвычайно удобна и полезна. Штогод у центры проходить навучанне каля 3000 специалистов из усяго прадпрыемства «Гомельэнерга», у тым ліку и филиалов, размещенных у регионах. С 31 сакавіка по 15 красавіка навучанне прайшли 30 человек. Зараз проходит 14 слухачоў. У красавіку и першей декаде мая пройдзе еще 100 человек. На протягу года пройдуть навучанне усе специалисты прадпрыемства. Энергосистема повинна бесперабойно функционировать у любых умовах. Ад якасці яе працы залежыць стабільнае забеспячэнне энергарэсурсамі прадпрыемстваў і сацыяльных аб'ектаў, а таксама камфорт жыхароў рэгіёна. На сегодняшний день обучение идет по цепочке. То есть в связи с тем, что на многих местах еще невозможно расширить точки подключения, поэтому обучение проходит одна, максимум две группы в неделю. Во всех филиалах предприятия установлены дозаторы с антисептиком. Размещены стенды с актуальной информацией. На уваходах у будинок есть специальные диванки с составом для опрацовки обутку. Сегодня на предприятии «Гомельэнерга» працуют больше за 8500 человек. Важно заховать их здоровье. Вероника Гамзюкова, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». На большасці рэк у бліжэйшыя дні будзе азначацца спад узроўняў вады. Аб гэтым паведамляе Рэспубліканскі цэнтр па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды. Сутачная інтэнсіўнасць спаду ад 1 до 6 сантыметраў за суткі. Па інфармацыі Белгідрамету, узровень вады на Сожы каля Гомеля блізкі да небяспечна нізкай адзнакі. Тэмпература вады ў беларускіх рэках і вадаёмах зараз знаходзіцца ў межах амаль ад 4 і да 10 градусаў. Фотоконкурс «Бяспека маімі вачыма» абвясціла дзяржаўтаінспекцыя Гомельскай вобласці. З гэтага дня па 30 красавіка конкурсныя работы будуць публікаваць у інстаграм у групе «Дзяржаўтаінспекцыя Гомельшчыны», а таксама ў тэлеграм на канале «Добрыя дарогі Гомельшчыны». Двух пераможцаў выберуць па колькасці лайкаў. Вынікі абвесяць 5 мая. Гэта іншыя навіны, інфармацыя о праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага. Да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Активизация рейдовой работы ГАИ приносит результаты по самым разным направлениям служебной деятельности. К примеру, на днях в ходе мониторинга автодорог в поле зрения сотрудников отдела оперативного реагирования попали перевозчики самогона. На автодороге Петриков-Мозырь инспекторы остановили для проверки УАЗ и обнаружили в багажнике 4 бидона спиртосодержащей жидкости. А в деревне Челющевичи Петриковского района водитель на автомобиле той же модели перевозил 2 бидона браги. Объем натурпродукта составил около 60 литров. Часть его отправили на экспертизу, остальное уничтожили на месте, вылив на траву.
проводится проверка. За первые три месяца 2020 года сотрудники дорожно-патрульной службы привлекли к ответственности 345 водителей, которые сели за руль под шофе. По вине нетрезвых автомобилистов произошло 4 ДТП, в них двое погибших и столько же пострадавших. На днях в городе Ветка статистику пополнил водитель Volkswagen. На закруглении автодороги он не справился с управлением и съехал в кювет. Машина получила повреждения, а водитель и пассажиры травмы. Пострадавшие люди в больнице. ГАИ напоминает, управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или передача управления транспортного средства такому лицу, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на 3 года. Пожары в лесах и на полях утихли, но по разным причинам они происходят в населенных пунктах. В деревне Коромка Будокошелевского района из-за возгорания повреждены стены и потолочное перекрытие жилого дома. Хозяева, к счастью, не пострадали. Есть версия, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. К слову, в нашем регионе по этой причине происходит большинство возгораний жилых домов. Попарились, остались без бани. В Речицком районе ночью на территории частного домовладения произошел пожар. Огонь охватил одноэтажную баню в деревне Днеприк. Хозяева вызвали спасатели. В итоге строение сильно пострадало. Уничтожена кровля, повреждено имущество. Люди травмы не получили. Рассматриваемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печи и теплогенерирующих устройств. И напоследок коротко о ЧП в Мозыре. Семейная ссора закончилась убийством. 36-летний пьяный мозырянин выбросил с балкона квартиры 7-го этажа свою жену 1985 года рождения. Женщина скончалась. Ведется следствие, возбуждено уголовное дело. К данному часу это вся информация выпуска. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Олимпийские лицензионные турниры по борьбе перенесены. Ожидается, что европейский отборочный турнир в Будапеште состоится в середине мая, а всемирный квалификационный старт «Последний шанс» примет София в начале июня. Однако даже эти сроки не окончательные. Как сейчас проходит подготовка, мы узнали у главного тренера сборной Беларуси по вольной борьбе Сергея Смаля. Сборная Гомельской области старается поддерживать форму. Примерно 2 раза в неделю тренируется на свежем воздухе. Бывает, переходят в зал на полчаса, однако здесь главное условие. Посторонних на площадке быть не должно, а заниматься приходит лишь основной состав команды. 80% тренировок спортсменки проводят самостоятельно. Юниоры и кадеты на тренировки не приходят. Они, как и обычные школьники, сейчас на каникулах. Но тренеры молодежи выдают им ежедневное домашнее задание, а их воспитанники должны предоставить видеоотчет о его выполнении. Ну, что сказать, настроение в команде, в принципе, как боевое. Все хотят работать, но, как говорится, работа сейчас такая, можно сказать, для поддержки штанов, чтобы все были в тонусе, когда что-то определится конкретно со сроками, когда какие-то соревнования, хотя, мне кажется, это будет еще не скоро, только к концу года, наверное, что-то будет более понятно. Работают, хотят работать. Обидно, что вот уже этот осталось всего немножко до отборочного турнира, и форма была боевая, готовность 100%. Мы были готовы к завоеванию лицензии. На счету белорусских атлетов 2 неименные лицензии, по одной в греко-римской и женской борьбе. В планы тренерского штаба входит завоевание еще минимум по одной путевки на главный старт 4-летия в каждом виде борьбы. Женской, вольной и греко-римской. Но на сегодня нет информации о том, где будут проходить лицензионные турниры и будут ли. Сергей Смаль отмечает, в мире борьбы ходили слухи, что о турнирах станет известно после сентября. Возможно, даже проведут чемпионат мира для тех, кто не заработал лицензии. Однако сегодня это лишь слухи. Ну, это было тоже интересно, какой-то интересный старт, хороший, чтобы проверить, на каком уровне у нас готовности наши спортсмены. Ну, это пока слухи, ну, планы же какие-то, наверное, тоже у людей есть, у руководства и Международной Федерации, и Международного Олимпийского Комитета. Но все же зависит от того, какая будет обстановка в тех странах, в которых будут происходить эти турниры, и будут ли они вообще происходить. И что нас ждет дальше? Сейчас перед спортсменками стоит задача отобраться на Олимпийские игры. Квалификационные турниры сдвинулись, а игры перенесены на 2021 год. Однако есть твердая цель – олимпийское золото, серебро уже есть. Если борцы даже не успели отправиться на лицензионный турнир, то боксеры были вынуждены вернуться домой из Лондона прямо в середине отборочных соревнований. В эти дни сборная Беларуси по боксу находится на 30-дневном сборе в Стайках.
Тренировки носят поддерживающий характер. О настроениях в командах гомельских спортсменов мы пообщались с директором ГУЦОР единоборств Сергеем Пьяновым. Напряжение было и последние месяцы, и последние дни, и подготовка. Ну, где-то, можно так сказать, даже не то, что болезненно, с таким большим-большим сожалением, так как все были настроены, и вот тот пик формы, кто занимается спортом, а тем более единоборствами, это, конечно, колоссальное напряжение, колоссальная нагрузка. Однако ложка меда во всей этой ситуации есть. Организаторы турнира олимпийской квалификации в Лондоне пообещали, что все результаты и жеребьевка при переносе состязаний на более поздние сроки сохраняются. А это значит, у боксеров будет возможность продумать тактику боев с конкретными спортсменами уже сейчас. Например, гомельчанин Владислав Смягликов в первом бое встретится с представителем Украины. Пока планируется, что соревнования продолжатся в мае, однако точной информации на этот счет нет. При любых раскладах у нас очень хорошая атмосфера в команде, и тренера, и наши врачи. То есть мы, естественно, с ребятами обсуждали. То есть здесь уже это нужно перешагнуть, нужно идти дальше. Меньше нужно не паниковать, а, можно так сказать, оценивать все в лучшую сторону. Молодежь на тренировки не ходит. Спортсмены, не входящие в основной состав национальной сборной, переведены на самостоятельную подготовку. Тренерский штаб сейчас находится в отпуске. Я скажу, что то, что касается у нас, то есть мы постоянно поддерживаем контакты. Здесь никакой паники у нас нет, но сделали определенную паузу. Рассчитываем, опять же, на то, что все в ближайшее время все будет нормально. До прекращения соревнований лицензионные турниры успели завершиться в Азии и Африке. После прекращения паузы турниры возобновятся в Европе и Америке. На сегодня главная задача наших спортсменов – не потерять форму и быть готовыми бороться за путевки на главный старт четырехлетия. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.